Добрый вечер, мои дорогие, с вами снова Юрий Пузыревский, рад вас приветствовать на своем прямом эфире. И будем начинать. Сегодня у нас интересная и занимательная тема, как я и обещал поговорить про взаимные отношения, как можно строить отношения в паре, и сегодня мы поговорим о том, какими вопросами, которые можно задать себе, которые можно задать своей второй половинке, как с помощью этих вопросов улучшить свои взаимоотношения. Пока стрим разгоняется, попрошу вас дать мне обратную связь, как меня видно, как меня слышно, качество картинки, качество звука, и будем, соответственно, начинать. Напишите, из какого вы города, как вы себя чувствуете, какое у вас состояние по шкале от 1 до 10, где 10 это максимум, вы полны энергии и можете двигаться вперед, получать новые знания, улучшать свои взаимоотношения, а один это минимум, я уже засыпаю, хочу спать, у меня уже ночь, ну и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому дайте мне сейчас, пожалуйста, в чате обратную связь, и будем начинать наш прямой эфир. Вижу, появились у нас зрители, это отлично. Думаю, что с картинкой и со звуком у нас все в порядке, судя по моим приборам, у нас все хорошо, и тогда мы будем начинать нашу прямую трансляцию. Добрый вечер, видно шикарно, звук тоже отлично, отлично. Я очень рад. И давайте будем начинать. Сразу могу вас попросить, точнее, сразу вас предупреждаю, что будет очень хорошо, если у вас будет блокнот и ручка, либо заметка в вашем смартфоне. Хотя, если вы смотрите эфир со смартфона, наверное, вам будет проблематично делать заметку одновременно в смартфоне, придется отвлекаться от эфира. Ну, возможно, у вас есть какой-то дополнительный гаджет, с помощью которого вы можете делать себе какие-то пометки и заметки, потому что сегодня, как я заявил, у нас 21 вопрос. На самом деле вопросов будет много. Вы знаете, что я периодически разгоняюсь, и ну, у меня даже заложено больше вопросов, чем заявлено, но тем не менее, будем двигаться. Картинка, звук супер, самоощущение на троечку, отлично. Добрый вечер, добрый вечер, добрый вечер. Напишите, из какого вы города нас смотрите, какая у вас погода, сколько у вас градусов за окном, у нас около нуля в Минске. И будем начинать. И вообще, оцените по шкале от 1 до 10, насколько вам актуальна тема взаимоотношений, построения отношений в паре, где 10 прям очень актуально, где 1, ну так, пришел послушать для общего развития. Надя, добрый вечер. Мария, добрый вечер. Я по старинке, на листочке с ручкой. Да, на самом деле это вам сегодня пригодится, потому что будем активно работать. И, конечно, я дам этот список вопросов и поясню, что к чему эти вопросы могут вас привести. Но самое главное, чтобы вы эти вопросы для себя записали и уже потом самостоятельно, когда у вас будет достаточно времени, поотвечали на них и порассуждали, потому что это на самом деле очень сильно продвигает. Я эти вопросы, откуда я взял эти вопросы? Эти вопросы я взял, насобирал из своих коуч-сессий со своими уважаемыми коучи, то есть клиентами. И, конечно же, эти вопросы я использую сам при построении своих личных взаимоотношений со своей супругой. Так, десяточка, Краснодар минус 2. В Израиле супер плюс 16, завидую вам. Нью-Йорк 54 по Фаренгейту, Днепр, состояние на 10. Светлана, очень рад вас видеть. Хорошо, друзья, напишите, я готов, я готова. Если мы уже нашу ритуальную часть приветствий закончили и можем приступать к контенту. Прям напишите слово «контент», пишите слово «контент», и мы уже начинаем идти прям по вопросам. У нас сегодня 21 вопрос, и к 22 часам мне точно нужно завершить стрим, а было бы хорошо еще его завершить и раньше, поэтому будем сегодня очень быстро, активно работать. Тема очень актуальна, очень супер. Я готова, отлично. Готова. Готов. Отлично. Хорошо. Первый вопрос, который стоит задавать, когда вы строите взаимоотношения со своим партнером, это вопрос, есть ли у нас совместные цели. Я сейчас объясню, почему это очень важный вопрос. Все дело в том, мои дорогие, что отношения в паре можно сравнить с командообразованием. И, ну, допустим, дайте мне вот сейчас ответ, чем толпа отличается
от команды? Вот давайте порассуждаем, чем толпа отличается от команды. Допустим, толпа из 10 человек и команда из 10 человек. Чем они отличаются друг от друга, вот основополагающе? Дайте мне, вижу слова контент, я готова, очень рад всех видеть. И давайте порассуждаем, чем толпа или группа людей отличается от команды? Жду вашей обратной связи, жду ваших размышлений на этот счет, и будем дальше двигаться по нашему плану эфира. Жду от вас обратной связи. Хочется получить вашу мысль. В команде есть цель. Да, совершенно верно. Смотрите, в команде не просто есть цель. Может же быть такое, что у команды есть цель, а у отдельного участника команды такой цели нет. Да? Почему мы и задаем такой вопрос? Есть ли у нас совместные цели? Что такое совместная цель? Совместная цель – это то, чего я хочу, и то, чего хочет мой партнер. Поэтому этот вопрос стоит задать себе. Прям помечайте у себя в ваших заметках, что этот вопрос нужно задать себе для начала. А есть ли у нас совместные цели? А второй этап. Можно задать этот вопрос партнеру. А давай обсудим, какие у нас с тобой есть совместные цели. Мы со своей супругой раз в год составляем совместные цели. Для чего мы это делаем? А потом... Где-то под Новый год мы это делаем, составляем совместные цели, а потом в течение года, ну, раз 6 или 7, где-то приблизительно в промежутке один раз в 2 месяца, мы садимся и пролистываем наш план. К чему мы пришли, к чему мы не пришли. И поверьте мне, это очень сближает. То есть мы занимаемся в семейных отношениях, в том числе и командообразованием. Вот это упражнение, которое мы делаем с супругой, проверяя и сверяя наши часы и сверяя наши компасы, по большому счету, мы тем самым усиливаем наши взаимоотношения. Совместные цели – это то, чего мы оба хотим. То есть первый этап – задаем себе вопрос, если есть – хорошо, если нету, то очень будет хорошо, чтобы вы эти совместные цели поставили. Мы с мужем по причине совместных целей сначала сдружились, а потом поженились. Да, вот вы подтверждаете это правило, что семейный союз или пара, неважно, официально зарегистрирован брак или неофициально, вы сожительствуете или строите отношения. Очень важно, чтобы были совместные цели. С этим вопросом закончили. Следующий вопрос, он тоже про цели, но он более, скажем так, глубокий. Звучит он так. Есть ли у меня цели, о которых не знает мой партнер? Почему важно задать этот вопрос? Этот вопрос, мои дорогие, очень важно задать саму себе. Для чего? Потому что, когда мы находимся во взаимоотношениях, у нас есть общие цели и у нас есть индивидуальные цели. И когда наш партнер знает о наших индивидуальных целях, у него автоматически становится меньше претензий к нам, и он лучше понимает причины вашего поведения. То есть, когда вы обозначаете свои цели, пускай они не общие, а ваши личные цели, но ваш партнер о них знает, вы оберегаете себя, это как подушка безопасности. У вас, ваш партнер, вы становитесь для вашего партнера в поведении более прогнозируемым. И он понимает, почему вы поступаете так, а не иначе. И этот вопрос очень важно себе задать. Следующий вопрос, который нужно задать себе, чтобы ваши отношения были хорошими и перспективными, нужно задать себе вопрос, а есть ли у моего партнера цели, о которых я не знаю, либо которые я не до конца понимаю? Бывает такое, что нам кажется, что мы цели нашего партнера прекрасно знаем. Хотя на самом деле мы в них можем очень сильно заблуждаться. И было бы очень хорошо, чтобы вы сели со своим партнером, со своей второй половинкой, со своим мужем, женой, парнем, девушкой и так далее. Сели и просто поговорили, а расскажи мне о своих целях, о своих планах, краткосрочных, долгосрочных. И поверьте мне, когда вы обменяетесь своими индивидуальными целями,
Ваши отношения станут только лучше, потому что вы будете гораздо лучше понимать, ага, а куда двигается вообще мой партнер, почему он принимает такие или такие решения. Может быть, у вашего мужа или у вашей жены есть сейчас какие-то важные, амбициозные карьерные цели, а может быть, еще какие-то другие цели, связанные с хобби, которые там требуют тоже материальных затрат. И вы будете знать и понимать, на что он больше тратит время, на что он больше тратит энергии, ресурсов, денег, в конце концов, ну и так далее. То есть вот эти два вопроса, они как бы идут в связке. Есть ли у меня какие-то цели, мои личные цели, о которых мой партнер не знает или не догадывается, либо он их не до конца понимает. И есть ли у моего партнера цели, о которых я не знаю, либо те цели, которых я не до конца понимаю или не до конца в них разбираюсь. И вот эти два вопроса вы сначала самостоятельно на них отвечаете, а затем вы обсуждаете эти вопросы со своим партнером, и вы становитесь еще ближе, вы еще начинаете усиливаться, потому что рассказать о своих целях, рассказать о своих планах, это тоже элемент доверия, потому что когда вы раскрываете кому-то свои цели и свои планы, вы становитесь намного более уязвимым. И не бояться быть уязвимым – это и есть залог на самом деле доверительных отношений. То есть если вы с вашей второй половинкой можете раскрыться и можете открыть какие-то свои темные стороны, да, и с одной стороны вы становитесь более уязвимыми, а с другой стороны вы становитесь более понятными. Хорошо, как построить взаимоотношения с братом? Он младше меня на 17 лет, сейчас ему 18 лет, он уехал в Чехию. Надо разбираться, ну как же я могу сказать? Я на самом деле на любой вопрос могу ответить, я не знаю, потому что я на самом деле не знаю. Но если бы мы с вами пообщались лично, тет-а-тет, так сказать, вы бы рассказали свою ситуацию, и мы бы нашли, я уверен, какие-то способы для того, чтобы ваше взаимоотношение и ваше взаимодействие стало более продуктивным и развивалась в ту сторону, которую вы сами хотите. Хорошо, друзья, записали три вопроса. Идем к следующему вопросу. Следующий вопрос касается чувства благодарности. Нужно взять и составить лист благодарностей. Не надо его никому показывать. Надо просто сесть и объективно написать, ответить себе на вопрос, за что я благодарен своему партнеру, либо своей второй половинке, либо своему мужу, либо своей жене. Просто запишите огромный список, составьте тех вещей, за которые вы реально благодарны. Потому что мы очень часто в отношениях скатываемся, как говорится на таком сленге, скатываемся в бытовуху. Мы как будто многие вещи, они для нас становятся как в порядке вещей. Хотя на самом деле во взаимоотношениях есть очень много ценностей, которые было бы очень здорово воодушевить. И по сути, все эти вопросы из этого эфира, они помогут вам, ну скажем так, взглянуть по новой на ваши взаимоотношения. Особенно если вы живете достаточно давно, многие вещи превращаются в какую-то рутину и привычку. Поэтому составляем список, за что я благодарен своему партнеру. Если у вас есть партнер, значит, вы по-любому имеете что-то, почему вам важно с ним быть. И в том числе за это можно его поблагодарить. Пока мы об этом партнеру не рассказываем. Пока мы просто составляем список, и просто чтобы он был у вас для вас. Это очень важно. Дальше нужно составить другой список. Здесь уже вам придется пофантазировать. Пофантазировать вот в каком плане. Вам нужно составить второй список, отвечая на вопрос, за что моя вторая половинка могла бы быть мне благодарна. Записывайте этот вопрос. За что моя вторая половинка могла бы быть мне благодарна? И этот список тоже нужно составить. Сейчас поясню, для чего его составлять. Все дело в том, что когда мы строим взаимоотношения, мы делаем много разных действий, в том числе действий позитивных для нашего партнера, для нашей второй половинки. Мы можем убираться в квартире, мы можем готовить кофе в постель, мы можем много чего делать, там, делать массаж, ну и все что угодно, зарабатывать деньги и так далее, и так далее. И когда мы это делаем, естественно, где-то бессознательно мы хотим, чтобы нас за это благодарили или могли бы отблагодарить. Так вот, когда вы составляете себе такой список, это
ваше представление, по большому счету, о ваших отношениях с вашей стороны. И следующим шагом нужно попросить своего партнера, чтобы он составил список, за что он вам реально благодарен. Вот вы составляете список за то, как вы думаете, за что он вам благодарен, а вы просите у своего партнера, чтобы он составил список, за что он реально считает себя благодарным вам. А когда он этот список составит, если он пойдет на это упражнение, вы просто сравните эти два списка. И вы удивитесь, что многие вещи будут совпадать, а многие вещи будут для вас новостью. Вы даже будете не подозревать, что он вам благодарен за что-то. Или будете ожидать, что он будет вам за что-то благодарен, а в его списке этого не окажется. Но этот вопрос и эти вопросы, что они вам дают? Если вы проделываете это упражнение, вы как бы сверяете часы, вы начинаете понимать, в какую сторону я двигаюсь, и вот в плане аспекта благодарности вы будете понимать, а что действительно мой партнер ценит во мне, и возможно вы как-то свое поведение скорректируете. Ну, если он не ценит там кофе в постель, то может и не надо его приносить, или если он наоборот ценит то, что вы, к примеру, не знаю, звоните ему и беспокоитесь о нем там периодически. Если он это упомянул, а вы это не написали, то об этом стоит, во-первых, подумать, а во-вторых, задаться вопросом, почему это так? Почему то, что я считаю, за что он мне должен быть благодарен, не соответствует с тем, не соответствует тому, за что он реально мне благодарен? Поэтому очень важно здесь проделать это упражнение. Мои дорогие, дайте мне обратную связь в чате, в комментариях, как вы по энергии, как вы себя чувствуете. Мне очень важно получать от вас обратную связь. Мы уже разобрали несколько вопросов, и они очень мощные. Я прям, знаете, последние два вопроса, за что я благодарен и за что мой партнер может мне быть благодарен, очень часто в семейных сессиях даю такое задание. Даю такое задание партнерам, чтобы они сели за столом и одновременно написали, за что я тебе благодарен, а на второй половине листа, за что я считаю, что ты можешь мне быть благодарным. И потом я их прошу обменяться этими листами и сверить часы, как говорится. И здесь происходит очень много интересных, важных и полезных осознаний. Осознания происходят такие, что люди были на грани развода, а перечитав эти вещи и поняв, в чем происходит непонимание или недопонимание, таким образом они очень сильно переструктурируют свою реальность. Конечно, для того, чтобы это все реализовать, ваш партнер должен готов быть хотя бы ответить на эти вопросы, не говоря уже о дальнейших упражнениях. Хорошо, друзья, дайте мне еще обратной связи, мне не хватает от вас обратной связи, все ли понятно то, о чем я рассказываю, или вы так упорно конспектируете, что у вас даже нету времени написать пару слов в чате. Так, очень классно, я как раз вчера разговаривала именно об этом со своей подругой, которая коуч для семейных пар. О, очень круто, что у вас есть такая подруга, и она вам периодически, прям Надя так встраивает какие-то нужные вопросы, которые существенно будут улучшать ваши взаимоотношения. Да, эта методика, она достаточно известна, многие коучи ее принимают. Применяют. А я вам рекомендую принимать эту методику. Хорошо, мои дорогие, идем дальше. Следующий вопрос, который существенно улучшит ваши взаимоотношения, его стоит задать саму себе. И этот вопрос звучит так. Что для меня ценно? Какие у меня есть ценности? И здесь нужно составить тоже список своих ценностей, что для меня действительно ценно. Первая половинка вопроса. Задаем себе, что для меня ценно? А когда у вас появился список ценностей, задаем вопрос самому себе, опять же. А мой партнер знает об этом? Знает ли мой партнер о моих ценностях? Знает ли мой партнер, что для меня ценно, и знает ли мой партнер, что для меня важно? Нам может казаться, особенно если мы в совместных отношениях длительное время, нам может казаться, что наш партнер нас знает как облупленных. На самом деле это неправда. На самом деле наш партнер порой даже не подозревает, с каким зверем он живет. Кто знает, что ваш партнер, кто по себе сейчас знает и понимает, вот глядя эту трансляцию, что ваш партнер даже не представляет, с каким зверем в хорошем смысле он живет. Я думаю, что таких людей достаточно много. Жду, ребятки, жду от вас обратной связи.
пока вы пишете, попрошу вас поставить лайк этой трансляции, попрошу вас поделиться этой трансляцией с теми людьми, кому она потенциально может быть полезная и важная. На самом деле здесь собрал практически весь свой опыт, именно заключенные вопросы, которые действительно помогают сделать прорыв в отношениях. Поэтому, если вы знаете какие-то пары или людей, которые имеют какие-то вопросы во взаимоотношениях, поделитесь с этими людьми личным сообщением в Телеграме, Ватсапе, Вайбере, где угодно или в каком-нибудь другом мессенджере. Поделитесь, пусть более счастливых людей и с гармоничными взаимоотношениями станет больше. Ну и не забывайте подписываться на наш канал, потому что очень хочется преодолеть отметку в 39 800. У нас сейчас 39 775. Поэтому я думаю, что за эту прямую трансляцию нам удастся это сделать. Очень-очень хорошо. Жду вашей обратной связи. Хорошо, с ценностями разобрались. Составляем прям список своих ценностей и потом задаем вопрос. А вообще, моя вторая половинка знает об этих ценностях или нет? Если мы получаем ответ «да», ну я уверен, что вы не можете стопроцентно утвердительно сказать «да». Если вы говорите «да», либо вы прям работали с коучем или с психологом над взаимоотношениями, либо вы сейчас немножко занимаетесь самообманом. И следующий вопрос, что ценно для моего партнера? То есть нужно задаться вопросом, то есть провести мониторинг ценностей. А знаю ли я его ценности? Вообще, я думаю о том, что для него ценно и важно. Причем мои ценности и ценности моего партнера могут отличаться. Они чаще всего отличаются. Но общие ценности обязательно тоже будут. И вопрос. Знаю ли я ценности своего партнера? Если ответ утвердительный «да», то смело могу вам сказать, что вы, скорее всего, заблуждаетесь. Чтобы лучше понять ценности своего партнера, нужно задать ему вопрос, что для тебя важно и почему, что для тебя ценно и почему. И тогда вы будете уже намного лучше знать и понимать ценности вашего партнера. О, да, я всегда это обсуждаю, партнеры должны знать ценности друг друга, для меня это важно. Вот, у Инетты ценность обсуждать ценности, это прям тоже очень круто. Это тоже очень круто. Хорошо, друзья, как вы по энергии? Оцените свое состояние по шкале от 1 до 10. Не забудьте подставить лайк этой прямой трансляции. Не забудьте поделиться этой прямой трансляцией со своими знакомыми. А мы переходим к следующей группе вопросов. И на самом деле она тоже достаточно важная. Сейчас я вам включу презентацию. Напишите, кстати, видна ли презентация? Так, одну секунду. Здесь мы разберемся с такой вещью. Разделяемые и неразделяемые ценности. Ценности, которые я разделяю, и ценности, которые я не разделяю. И следующий вопрос заключается в том, что нужно задать себе вопрос. Есть ли у моего партнера те ценности, которые я не разделяю? Я их не принимаю, они для меня либо нейтральные, либо я их не понимаю, либо они вообще против всех моих ценностей. И здесь нужно провести небольшой анализ. Мы буквально позавчера на нашем курсе NLP практик разбирали эту модель, как присоединяться к ценностям. Обычно это упражнение очень увлекает, и участники, когда начинают делиться ценностями, начинают превышать лимит времени, отведенный на выполнение упражнения. И это происходит не просто так. Это происходит потому, что когда мы говорим о ценностях, и когда мы можем присоединиться к ценностям нашего собеседника, а ваш партнер это тоже ваш собеседник, причем, наверное, тот, с которым вы больше всего проводите время, тогда у нас бессознательное доверие становится еще больше, еще глубже. Другими словами, NLP-шным термином, если сказать, то у вас становится более глубокий рапорт. Видно хорошо, супер, хорошо. Что мы делаем, когда мы выявили ценности, которые против нас? Если мы выявили ценности, которые против нас, смотрите, нужно еще очень хорошо отдавать себе отчет, что ценности другого человека мы не можем изменить. Нам бы очень хотелось,
Нам бы очень хотелось это сделать, нам бы очень хотелось уметь это делать, нам бы очень хотелось навязать свои ценности в противовес неправильным ценностям, это те ценности, которые мы не разделяем, но мы этого сделать не можем. И здесь очень важно, как взрослому человеку, прийти к этому осознанию, что на его ценности я влиять не могу, но я могу находить те ценности, которые я разделяю, либо те ценности, которым я могу проявлять искренний неподдельный интерес, либо те ценности, к которым я отношусь спокойно и нейтрально. И на базе этих ценностей, на базе этих важных вещей выстраивать наши крепкие взаимоотношения. Если же есть какие-то ценности, которые прям противоречат вашим ценностям, либо которые вы не до конца понимаете или осознаете, ну не можете вы их разделить, то нужно искать другие ценности, к которым вы можете присоединиться, то есть разделить эту ценность, сказать, это не хорошо и не плохо, это как есть, я этого не понимаю, но я это принимаю. И либо мы ищем способ в этой ценности разобраться. Вот, допустим, классический пример. Многие женщины не понимают, что мужчины делают много часов, порой в одиночестве, сидя с палкой возле водоема. Ну, палка, вы понимаете, это удочка. Водоем – это озеро, речка, море, может быть, у кого-то. Я не говорю, что вы конкретно этого не понимаете. Ну, наверняка вы знаете много женщин, которые не понимают, что можно так долго делать, сидя с палочкой, глядя на поплавок. Ну вот просто искренне не понимают. Но какой есть путь у этой женщины? Мы сейчас говорим про... Здесь на эфире таких женщин нету. Здесь есть все осознанные. Мы говорим про какой-то общий собирательный образ. Она может обесценить и сказать, да это херня какая-то. Это ерунда полная. Что ты там 3 часа сидишь на своем озере, лучше пошел, денег заработал, лучше бы пошел, не знаю, лампочку вернул, которую уже 3 года не можешь вернуть. Это скандал. Этот скандал почему происходит? Потому что в данном случае эта девушка или женщина, она не разделяет и даже не пытается разобраться в этой ценности. Или другой пример, там, ну, со стороны мужчины. Мужчина может какую-то ценность не понимать. Допустим, ну, я не знаю. Вот, тоже классный пример. Очень часто случается. Семейная пара собирается в отпуск. Жена выбирает отель подороже, но более комфортный. С более классными условиями. А мужчине пофигу. Он думает, так, за эти деньги мы можем взять вот этот отель, но не на 10 дней там, а на 13 дней. Чем мы будем брать вот этот отель, который стоит дороже, на 10 дней за эту стоимость. Почему? Потому что в большинстве мужчинам комфорт не так важен. Вот комфорт больше важен девушкам. И у мужчины этой ценности нету. И он тоже может... Вот это непринятие этой ценности или обесценивание, это может привести к конфликту. Точно так же, как в случае с рыбалкой. Вот мужчина, допустим, не понимает ценность комфорта. И каким он путем может поступить? Либо он может попытаться в этом разобраться, переосознать какую-то свою ценность, перестроить свою иерархию ценностей, или хотя бы начать относиться к этому нейтрально, что да, я этого не понимаю, но для тебя это ценно и важно, поэтому давай поступим так, потому что для тебя это ценно и важно. Точно так же, как и девушка, которая не понимает о рыбалке, может начать рассуждать немножко по-другому. Да, я этого не понимаю, да, для меня это пустая трата времени, но, наверное, для тебя это важно. Наверное, для тебя здесь есть какой-то большой смысл, раз ты готов столько времени там проводить на рыбалке. И здесь нам очень важно выйти в позицию, которая называется окейность. Я вам на следующем слайде покажу, о чем это. Ну и второй вопрос в эту же тему. Есть ли у меня ценности, которые не разделяет мой партнер? Второй вопрос про ценности. Есть ли у меня ценности, которые мой партнер не разделяет? И здесь очень важно проявить поведенческую гибкость и задаться вопросом, а как я могу ему объяснить, что для меня это важно?
Вот эти два вопроса. Есть ли у моего партнера ценности, которые я не разделяю, и что я могу с этим сделать? И есть ли у моего партнера, точнее, есть ли у меня ценности, которые не разделяет мой партнер, и опять же, что я могу с этим сделать? Хорошо, пока я перехожу к следующему слайду нашей презентации, я отвечу на ваши комментарии. Юрий, можете скинуть презентацию со всеми вопросами в группу с практикой. Смотрите, Хангман, презентацию сброшу каждому человеку, кто мне напишет личное сообщение в Instagram со словом «вопросы про отношения». Со словосочетанием «вопросы про отношения». В Instagram личным сообщением, кто напишет, тому сброшу. Кто не напишет, тому не сброшу. Такие правила. Объяснять не буду, почему так, но если вам нужна эта презентация, полная презентация, потому что здесь я вам показываю неполную, пишите просто в личном сообщении в Instagram слово «отношения». При этом будет хорошо, если вы будете подписаны на мой аккаунт в Инстаграме. Хорошо, это своего рода медитация. Очень хорошо, что вы так относитесь к этому, но для многих это нечто непонятное. Вы мои мысли прочитали про рыбалку. Ну, отлично. Ну, тут можно примеров приводить на самом деле огромное множество, и к сожалению, если мы не задаемся этими вопросами, если мы об этом не думаем, то мы поступаем не вполне экологично, а это в свою очередь может множить и плодить конфликты в наших взаимоотношениях. А когда у нас есть конфликты, у нас начинают еще накапливаться взаимные претензии. А когда взаимных претензий становится очень много, тогда, как говорится, гори сарай, гори и хата, да, там уже все летит в топку. Поэтому здесь важно иметь в виду, что эти вопросы важно обсуждать, и в первую очередь их важно обсуждать с самим собой, задаваться этими вопросами. Хорошо, друзья, идем дальше. Так, что-то у меня сегодня презентация барахлит. Ну ничего, будем вручную листать. Хорошо. Очень важно задать себе следующий вопрос для того, чтобы ваши отношения были более гармоничными. Из какой позиции я строю свои отношения? Есть 4 жизненные позиции по Эрику Берну. Первая позиция – я окей, ты окей. Называется это еще окейность в психологии. Когда я классный, ты классный. Я вот сейчас классный, веду этот эфир. И вы классные, все со своими ценностями, со своими вопросами. Я классный со своими тараканами. У меня тараканов, поверьте мне, не меньше, чем у вас. У меня своя тараканья ферма в голове. У вас тоже есть тараканы. Ну, у всех у вас тараканы классные. Да? Это вот такая окейная позиция. Когда я классный и ты классный. Есть другая позиция. Она называется «я окей, ты не окей». Считается параноидной позицией. Что это значит? Когда я считаю, что я классный, но вы вот все вокруг меня не такие уж и классненькие. Мои тараканы классные, а ваши тараканчики так себе. Фу-фу-фу. Параноидная позиция. На нашем стриме таких людей нету, но наверняка, общаясь с разными людьми, вы таких людей знаете. Вы знаете, что в принципе в природе люди такие существуют. Следующая позиция. Я не окей, ты окей. Депрессивная позиция. Когда вы все классные, у вас таракашки все классные, а вот я убогий, ущербный, и у меня самые неправильные тараканы. Вот вы сейчас сидите, развлекаетесь там, смотрите, я вот тут перед вами пляшу, а мне, знаете, как тяжело и грустно. Ну, вот такая позиция. Вы тоже таких людей знаете. Тоже не самая здоровая позиция. Депрессивная. Ну и последняя позиция, я не окей, и ты не окей, шизоидная позиция, где я плохой, вы плохие, ваши тараканы невкусные, неправильные, мои тараканы невкусные, неправильные, все плохо. Смотрите, и было бы очень круто, если бы вы постарались всю свою коммуникацию и всю свою практику взаимоотношений перевести в позицию «я окей, ты окей». И когда вы относитесь к людям из позиции «я окей, ты окей», то у вас становится намного меньше проблем. И задайте себе вопрос, из какой позиции строю я свои отношения? Строю ли я свои отношения из позиции окейности? Или я строю из позиции «я окей, а ты не окей»? Или, может быть, «все не окей»? И задайте себе вопрос, из какой позиции строит отношения ваш партнер. И что вы можете в этом случае сделать?
Если вдруг вы понимаете, что ваш партнер строит отношения не из здоровой позиции, вы можете рассказать ему об этом. Можете поделиться ссылкой на этот эфир, чтобы вам не брать всю мощь осознания и, может быть, гнева, праведного или неправедного, от вашей второй половинки, пускай он жалуется на меня. Пускай вот прям в комментариях, может мне в личку написать: Юрий, вы херню какую-то говорите. Я это приму, утилизирую, и все будет хорошо. Но во всяком случае произойдет осознание. То есть вы можете поделиться этой моделью. Модель рабочая, модель эффективная, проверенная. Создал ее Эрик Берн. И будет очень хорошо, если этот кусочек эфира, мы потом по тайм-кодам все выставим, вы поделитесь со своей второй половинкой, и он сделает для себя или она сделает для себя соответствующие выводы, и ваши отношения станут лучше. Так, ох, как хочу посмотреть, когда буду одна, жду запись. Запись, ну, вот даже давайте сделаем ставку. Интересно, кто-нибудь сегодня спросит, будет ли запись эфира или не спросит? Вот этот вопрос задают всегда. Мне даже интересно, кто-нибудь сегодня спросит, будет записи эфира или не будет? Друзья, если эта информация вам полезна, то ставьте лайк этой трансляции. Если у вас есть какие-то мысли по поводу всех этих вопросов, вы можете написать сейчас прямо свои мысли. А мы идем дальше. Та часть, которая обязательно была с графикой, я вам показал. Дальше, ребята, записывайте. Записывайте не потому, что мне жалко вам показать ту презентацию, по которой я иду. А дело в том, что все записанное вашей рукой, оно вам принесет больше пользы, чем если вы будете просто пользоваться моими шпаргалками. Кстати, ну, конспект, презентацию к этому уроку вы можете попросить у меня в Инстаграм, в личном сообщении. Пишите слово «отношения», либо «конспект про отношения». Я вам после этого эфира, всем, каждому, кто напишет, буду сбрасывать этот конспект. Не проблема. То не жалко. Очень нужная информация. Хорошо. Хотелось бы, чтобы кроме фраз «очень нужная информация» вы писали еще какие-то свои выводы, а мы переходим дальше к следующим вопросам, потому что вопросов очень много. Готовы? Напишите, готовы ли вы двигаться дальше. Я прочитаю ваши комментарии, попью водички и будем идти дальше. У нас еще половина, мы еще половину даже не прошли. Еще очень много важной и полезной информации, которая будет улучшать ваши взаимоотношения с вашим партнером. Так, плюс готовы, очень нужная информация. Ирина Потапова, приветствую, Ирина. Первый раз вас вижу на нашем стриме. Хорошо, если готовы двигаться дальше, поехали дальше. Следующий вопрос, который стоит задать себе и о котором вообще стоит задуматься, это вопрос, который звучит так. Есть ли у нас совместные правила принятия решений? На этом тоже многие семьи начинают сыпаться. Есть ли у нас правила принятия решений? Как в нашей семье принимаются решения? И когда вы ответили на этот вопрос, я понимаю, что этот вопрос может для многих оказаться достаточно сложным. Когда вы ответили на этот вопрос, задайте следующий вопрос, который является подвопросом к этому вопросу. Как мы о них договорились или как мы о них договоримся? То есть, если вы ответили на вопрос, что у нас нету правил принятия решения, то вам нужно эти правила создать. Ну, опять же, как нужно? Это рекомендация. Команда, в которой непонятно, как принимаются решения, она очень часто, система, ну, она не находится в балансе. И если в вашей семье нету правил, по которым вы принимаете решения, то каждое решение, во-первых, будет даваться сложнее, а во-вторых, будет часто ошибочным. Невозможно комментировать, люблю конспектировать, но информация нужна очень. Это улучшает отношения. Ну хорошо, тогда после эфира в комментариях напишите свою обратную связь по этому прямому эфиру. Кстати, следующий прямой эфир у нас будет в следующий четверг, скорее всего. Ну, либо в четверг, либо в пятницу в это время. И у нас будут вопросы
касающиеся самооценки. Поэтому готовьтесь, я заранее проанонсирую этот прямой эфир, тоже буду просить вас его распространять, ну и буду ждать вас в качестве зрителей на этом прямом эфире. Я готовлю прям очень серьезный контент для вас по самооценке. Будьте готовы. Ну а пока отвечайте на вопрос, есть ли у вас правила принятия решений. А вот сейчас прям в прямом эфире ответьте да или нет. Есть ли у вас во взаимоотношениях правила принятия решений? Просто напишите «да», если есть, и либо эти правила как-то сами образовались, либо вы их оговорили, или нет, если у вас нету таких правил. Это важно, это важно. Пока вы пишете, призываю всех поставить лайки, поделиться этой трансляцией, ну, а мы будем идти дальше. Жду ваших сейчас комментариев «да» или «нет» по поводу правил принятия решения. Вообще задумывались о том, что могут быть какие-то правила принятия решений во взаимоотношениях. На самом деле очень важный момент, который многие упускают. Ведь можно же договориться, как мы принимаем совместные решения. И это очень сильно упрощает жизнь. То есть мы создаем какое-то небольшое внутреннее правило, как мы поступаем в такой или такой ситуации, когда у нас встает вопрос, как мы будем этот вопрос разрешать. У меня в семье есть правила принятия решений. Хорошо, друзья, пока жду от вас обратной связи, у нас есть следующий вопрос. Он звучит так. Есть ли у нас неписанные правила? Сейчас я поясню, что это значит. Что значит неписанные правила? Неписанные правила – это те вещи, которые как бы являются само собой разумеющимися, но непонятно, как они образовались. Сейчас поясню, что это значит. Допустим, в какой-то семье принято, что женщина всегда готовит, а мужчина всегда выносит мусор. И эти два человека, вот они так живут. И, соответственно, если их спросить, кто у вас выносит мусор, они оба скажут: муж за это отвечает. А если спросить, кто у вас готовит еду, там, закупает продукты, к примеру, они скажут оба в один голос. Жена за это отвечает. А если задать вопрос, а как вы это решили? Как вы к этому пришли? Как вы до этого дошли? Они, скорее всего, скажут: само собой разумеющееся, что за вопросы дурацкие вы задаете. А вопрос на самом деле не дурацкий. Потому что очень много вещей у нас в отношениях сформированы как сами собой разумеющиеся. И надо задать себе вопрос, как эти неписанные правила образовались? Следующий вопрос, который стоит себе задать. Не стоит ли эти правила прописать? Под словом «прописать» я имею в виду сначала обсудить, а как мы это придумали, что вот, не знаю, полотенце в ванной всегда должно быть сложено определенным образом. Или как мы решили, что крышка в туалете всегда должна быть закрыта, либо всегда должна быть открыта, да, у каждого свое. Как мы к этому пришли? Как это правило образовалось? Мы об этом договаривались или это произошло само собой? Если это произошло само собой, давай это где-то зафиксируем, давай об этом хотя бы проговорим, либо пропишем это где-то. Ну, просто запишем на листе бумаги. У нас это так. И следующий момент. Если у вас есть такие правила, неписанные в отношениях, по поводу этого вопроса стоит задать себе следующий вопрос. А не стоит ли это неписанное правило пересмотреть? Потому что многие неписанные правила, они являются неудобными для обеих сторон, для двух партнеров. Но никто не решается это неписанное правило изменить, нарушить, вычеркнуть, исправить, переосознать и так далее. Правила какие-то спонтанные. Ох, как интересно. Очень здорово. Так, нету правил. Кто-то один настаивает, а второй старается понять, почему именно так. Вот, Надя, очень будет круто, если вы создадите какой-то общий принцип, как мы принимаем решение. Ну, допустим, единогласно там, если оба с этим согласны. Либо мы, у каждого есть там, не знаю, право вето. Это все можно обсуждать. Это все можно обсуждать реально как в команде. И если мы оба нашли способ, как мы принимаем важные решения, касающиеся нашей семьи, вы, во-первых, выросли уже
на несколько голов другие семьи. Ну, тут соревноваться не надо, но просто вы выросли очень сильно над собой, если вы такой механизм для себя продумаете. Так, похоже, нет. Просто каждый уважительно относится к решениям партнера. Это решение партнера, а я говорю о совместных решениях. Очень часто случается такое, что нам нужно принять какое-то совместное семейное решение, может быть, о каких-то инвестициях, ну, то есть трате каких-то серьезных сумм денег, может быть, там, о переезде в другую страну, может быть, там, куда отправить ребенка учиться. Да и много вопросов на самом деле есть, которые обсуждаются вместе. Но было бы круто придумать и создать для себя какую-то кальку. А как мы это решение? Мы обсуждаем, мы спорим, мы пишем свои эти самые аргументы на бумаге, потом их сравниваем. То есть здесь нужно продумать механизм. Это интересно, поверьте мне. Даже сам процесс создания этих правил, он уже будет вас сближать. Хорошо, если человеку все время говорят, что он не окей, и в ответ он тоже говорит, так ты тоже такой уж не окей. Ну, покажите ему этот видеоролик, и пусть человек станет лучше. Правила какие-то спонтанные. Ох, как это интересно. Хорошо, следующий вопрос. Про неписанные правила поговорили. Друзья, напишите, есть ли у вас неписанные правила? Напишите, неписанные правила есть или неписанных правил нет. А мы переходим пока к следующему вопросу. За что я ответственен в наших отношениях? Его стоит задать. За что я ответственен в наших отношениях? Ну и второй подвопрос. За что ответственен мой партнер, моя вторая половинка, мой муж, жена, девушка, парень, ну и так далее. За что я несу ответственность? За что несет ответственность моя вторая половинка? И следующий подвопрос, который вы можете здесь задать, как мы это поняли, как мы к этому пришли, это в продолжении предыдущего вопроса, но здесь уже про ответственность. Насколько я осознаю, прям можете сделать упражнение. Я считаю, вот прям, назовем это упражнение, называется «я считаю». Составляете список. Я считаю, делите страничку на две половинки. Я считаю, что я ответственна или ответственен за 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, там, а моя вторая половинка ответственна за 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И попросите вашего партнера сделать то же самое. Я считаю, что я ответственен за это, и я считаю, что ты ответственна за это или ответственен. А потом сравните, насколько это совпадает, либо различается. Если совпадает, окей, очень классно. Если это различается, начните это обсуждать. Потому что будут вопросы, а почему это ты считаешь, что я за это ответственен? Или почему это ты считаешь, что я за это ответственна? Почему это ты считаешь, что вот за это я отвечаю? И вам нужно будет это обсудить, и ваши отношения станут лучше. Есть много всяких неписанных правил. Отлично. Хорошо, с ответственностью разобрались. Следующий вопрос, который стоит себе задать. Есть ли у моего партнера личное пространство? Вот этим мы очень часто пренебрегаем, и мы не заботимся. Смотрите, каждый человек, прежде всего, он индивидуален. И если мы имеем дело с человеком, который действительно старается, который действительно много времени уделяет для работы, для того, чтобы обеспечивать свою семью, неважно, мужчина или женщина, и у него есть семья, неважно, с детьми или без. Люди очень часто пренебрегают своим личным пространством. По словам «личное пространство» я имею в виду время и место, где этот человек может провести время, насладившись собой. Есть ли у этого человека возможность наслаждаться собой? И быть с собой наедине, не быть обязанным, не делать то, что должен, не выполнять какие-то правила. Вот задайтесь этим вопросом. Почему это важно? Нам на самом деле пандемия коронавирусная очень много показала в этом плане. Если вы знаете, было очень много разводов, когда был локдаун, когда многие люди засели дома,
Им просто банально не хватало личного пространства. Им просто банально не хватало времени побыть наедине с самим собой. И они взрывались, срывались и говорили: все, я так больше не могу, не хочу, и все. Привет. Развод. Поэтому надо задаться вопросом, достаточно ли мой партнер проводит времени наедине с самим собой. Наедине с самим собой – это не на работе. И наедине с самим собой – это не по пути на работу. Многие люди находят вот эти дырочки, да, потому что на работе человек работает, он работу работает, он там общается с другими людьми, он имеет какие-то обязательства рабочие. В этот момент он не наедине с самим собой. По пути на работу, может быть, вот это и есть дырочка. И это печально, если человек занимается собой, делает что-то для себя в свое удовольствие, не для чего, просто так. Если он это находит во время, допустим, поездки. Если у человека почитать книжечку, которую ему хочется почитать, послушать видосик, посмотреть, который ему хочется посмотреть, есть у него это или нет. Следующий вопрос, касающийся личного пространства, надо задать себе. А немного ли меня в его жизни? Многие люди не захотят задавать этот вопрос, но стоит о нем подумать. Иногда нам кажется, что наш партнер нам много чего должен. Должен тратить на нас время, уделять внимание, быть нашим психотерапевтом параллельно, быть где-то в какие-то моменты нашим родителям утешающим, где-то в какие-то моменты... В общем, очень много должен мы предъявляем своим партнерам, как нам хотелось бы, чтобы это все было вот так. Но надо еще помнить о том, что у нашего партнера еще есть он сам. И было бы круто, если бы мы могли об этом позаботиться. И если вы получаете ответ на вопрос, что вас многовато в его жизни, то постарайтесь сделать так, чтобы у этого человека в его жизни появился еще он сам. Я не говорю, что вам нужно уйти от него. Но, допустим, моя супруга, она очень радуется, когда я уезжаю в командировку. И я ее прекрасно понимаю. Потому что ей хочется побыть дома тупо одной какое-то время без меня. Она меня очень любит, она хочет проводить со мной время, все классно. Но ей нужно это время для себя. Ей нужно попить чаечек из красивой кружечки, смотря в стенку, либо слушая какую-то музыку. Ей это нужно, я это понимаю. И я радуюсь, когда она куда-нибудь уезжает, когда я могу целые выходные провести один самостоятельно. Это нормально. Это нормально, когда мы за этим следим. Когда мы понимаем, что иногда человека лучше оставить одного, иначе он просто, он может не вывести. И начнет искать разные способы оказаться наедине с самим собой, вам вообще непонятные. Хорошо. Касающийся этого личного пространства, еще один вопрос. В каких обстоятельствах у него есть время на себя? Вот задайте вопрос про вашего партнера. В каких обстоятельствах у моей второй половинки есть время на самого себя? Есть много всяких так. Личное пространство – моя ценность, и это изначально обсуждалось. У каждого должно быть личное пространство, и это обязательно. И на это. Да, совершенно верно. Совершенно верно. Вы вот понимаете, о чем я говорю. Это прямо очень важно. В каких обстоятельствах мой партнер тратит время на себя? Если вы понимаете, что этих обстоятельств практически нет, если он все время работает, если он все время что-то делает, просто ради кого-то, ради других, ради вас, ради работы, ради партнеров, ради коллег по работе, это все не считается. Если у него... не знаю, хобби какое-то, гуляет ли он один. Если этого нету, вам надо постараться это каким-то образом либо обсудить, либо еще лучше создать. Уехать на выходных к маме. Пусть отдохнет человек. Хорошо. Следующий вопрос уже про вас. Если у вас, если у меня личное пространство, достаточно ли я времени провожу наедине с самим собой или сама с собой? Достаточно ли я времени провожу наедине с самим собой, либо сама с собой? Немного ли моего партнера в моей жизни?
То есть аналогичный вопрос, как в предыдущем пункте. И как я организую время для себя? Три вопроса. Достаточно ли я провожу времени наедине с самим собой? Немного ли в моей жизни моего партнера? И как я организую время для себя? Задайте себе эти вопросы, и если те ответы, которые вы получите, вас не будут устраивать, то очень рекомендую задуматься о том, как это можно подкорректировать, исправить или изменить. Хорошо, мои хорошие, 56 минут мы в эфире, дайте обратную связь, как вы по энергии, как вы чувствуете себя, полезно ли то, о чем я вам сегодня рассказываю, полезны ли эти вопросы. Напоминаю вам поставить лайк этой трансляции, напоминаю вам поделиться этой трансляцией с теми людьми, кому она может быть полезной. И если вам нужен конспект, то в Инстаграме личным сообщением пишите слово «отношения». После прямого эфира я всем раздам этот конспект, кому он необходим. Хорошо, а мы идем дальше. У нас осталось, знаете, сколько вопросов? У нас осталось 5 вопросов. Мы уже очень много разобрали. Жду вашей обратной связи и будем продолжать. Хорошо, мои хорошие. Следующий вопрос. Что я могу сделать, чтобы моему партнеру было со мной комфортнее? Составляем список. Пока делать ничего не надо. Просто намечаем план. Что мы можем сделать, чтобы нашему партнеру было с нами комфортнее? Может, это какое-то физическое действие. Может быть, больше времени нужно уделить. Может быть, там, не знаю, цветы купить. Что-то еще. Может, что-то купить, может, что-то сделать. Может быть, потратить время. Составьте список. А потом задайте вашему партнеру вопрос. Можете даже этот список показать. Это зависит от ваших отношений. Что из этого всего тебе надо? Вот когда у вас есть список, вы можете у своего партнера спросить, а что тебе из этого всего действительно нужно? Я вот подумала, что я могу твою жизнь, или я подумал, что я могу твою жизнь улучшить 1, 2, 3, 4, 5, там 15 способов знаю, как улучшить твою жизнь. Что из этого всего тебе точно нужно? Потому что мы думаем из своей карты реальности, наш партнер может на нас смотреть и на улучшение немного по-другому. И даже если вы просто подойдете к своему партнеру и скажете, слушай, у меня тут есть 15 или 20 идей, как я могу улучшить твою жизнь, поверьте мне, он очень удивится. Он будет в шоке, в позитивном таком шоке. И дадите ему прочитать этот список, и он вам скажет, так, это мне, я сам себе сделаю, вот это мне не надо, а вот это вот было бы очень круто. И обратите внимание на то, на чем он заострит внимание, потому что это действительно то, что ему важно, то, что ему нужно. И таким образом вы можете периодически устраивать своему близкому человеку сюрпризы. Так, следующий вопрос про вас. Что может сделать партнер, чтобы мне было с ним комфортнее? Тоже составляем список. И как вы понимаете, у вас уже будет два списка. Первый список – это то, как вы могли бы улучшить жизнь вашему партнеру. А второй список – это то, как ваш партнер может улучшить вашу жизнь и сделать ее более комфортной. И, соответственно, нужно эти два списка обсудить и договориться, а давай, может быть, немножко лучше сделаем друг друга жизнь. Это можно и нужно обсуждать. Иначе, в конце концов, а зачем тогда вообще эти отношения, если не делать друг другу хорошо? И у каждого это хорошо будет свое. Хорошо. Мои хорошие, поставьте плюсик, если вы еще здесь, если вы еще не уснули, если вы тут делитесь нашей трансляцией. Вижу, лайков стало больше. Спасибо вам большое за то, что вы тратите время, за то, что вы с нами, за то, что вы приходите на эти прямые трансляции. На следующей неделе, либо в четверг, либо в пятницу, будет трансляция с вопросами для повышения самооценки. Тоже очень рекомендую приходить на трансляцию и делиться ей. Поставьте плюсики, просто дайте мне обратную связь, чтобы я понимал, что вы с нами. Отлично. Или я пришел. Отлично. Будет запись эфира. Вероника, это не в счет. Вероника, я знаю, что вы с самого начала эфира сидите, и вы сейчас меня троллите, прикалываетесь надо мной. И задаете вопрос, будет ли запись эфира. Ну, спасибо. У вас хорошее чувство юмора. Хорошо.
Мне интересно, действительно ли кто-то задаст по-честному этот вопрос. Будет запись. С вами спокойно, уютно, супер. Вот Илья пришел, задал вопрос. Вот я не знаю, это прикол или это действительно искренний человек задает вопрос. А я вот специально не буду отвечать на этот вопрос. Хорошо. Давайте следующий вопрос. Хорошо, друзья, спасибо. Вы мне периодически что-нибудь в чат пишите, чтобы я понимал, что вы не уснули, что вы со мной. Я не всегда вижу, сколько людей есть на трансляции, потому что я тут пользуюсь еще своими заметками, не всегда могу обращать на это внимание. Хорошо, давайте переходить к следующему вопросу. Осталось всего три важных, мощнейших вопроса. Первый вопрос... Точнее, это вопрос уже у нас, наверное, 18-й. Как я понимаю, что обо мне заботятся? Как я понимаю, что обо мне заботятся? Почему это важно? Это тоже помогает сверить часы. Объясню. Друзья, для каждого из нас забота – это что-то свое особенное. Вот даже можете сейчас в чате в качестве обратной связи написать, как вы понимаете, что о вас заботятся. Вот для меня, честно говорю, забота – это когда меня никто не трогает, когда меня оставляют в покое. Для меня это высшая степень проявления заботы. Для моей супруги забота – совершенно другая история. Для нее понятие заботы – это когда рядом с ней находишься, держишь за ручку, говоришь какие-то слова, какая она классная, поддерживаешь именно вербально и невербально, и много времени ей уделяешь. Вот смотрите, какая у меня и у моей супруги разная забота. И очень часто в отношениях, особенно когда работаешь в семейном консультировании, у людей есть, у семейных пар, есть друг к другу взаимные претензии, которые звучат так. Он обо мне не заботится, или она обо мне не заботится. И здесь дело не в том, что человек ленивый или не любит его, или не хочет заботиться. Дело в том, что у каждого в этом слове спрятано что-то свое, и мы, как правило, это не прояснили и не знаем этого. Хорошо, что я со своей супругой это обсудил. И когда мне плохо, к примеру, когда я заболел, у меня есть матерное слово, которое я говорю «от меня». И мне тогда хорошо. Все. От меня. Мне-то хорошо. И если бы она этого не знала, если бы я ей не рассказал, что для меня забота – это оставить меня в покое, то она из своей карты реальности заботилась бы обо мне так, как она хочет, чтобы я о ней заботился. Другими словами, она бы держала меня за ручку, спрашивала, все ли у меня хорошо, поддерживала словами, а меня в этот момент это бы просто очень сильно раздражало. Улучшило бы это наши отношения? Нет. В то же самое время, хорошо, что я знаю, что у моей супруги такое качество, как забота, она понимает, что я о ней забочусь, когда я провожу рядом с ней прямо в моменте очень много времени, очень много говорю с ней, держу за ручку там и ухаживаю всяческими там. Кофе в постель, чай в постель, все в постель, в общем, да. Если, к примеру, брать случай, если она вдруг заболела. И если бы я этого не знал, а заботился о ней так, как я привык получать сам заботу, оставить человека в покое, чтобы его не трогали. Для меня же это так. То, наверное, это тоже не улучшило бы наши отношения. Поэтому здесь нужно задать себе вопрос. Что конкретно может делать моя вторая половинка, чтобы я точно знал, или я точно знала, что он сейчас обо мне заботится? И этот вопрос нужно прояснить для себя, во-первых. Для начала ответьте себе на вопрос. Как я понимаю, что человек обо мне заботится? Как мне надо, чтобы обо мне заботились? Пишем инструкцию пользования собой. Пишем инструкцию, как о вас нужно заботиться. Дальше. Такой же вопрос. Как мой партнер понимает, что я о нем забочусь? Задаем ему вопрос. Как ты понимаешь, что я проявляю заботу? Объяснил ли мой партнер мне, что я конкретно могу делать, чтобы он понимал, что я о нем забочусь? То есть эти два вопроса тоже нужно совместить и тоже нужно задать себе и своему партнеру. Как я понимаю, что ты обо мне, что обо мне заботится? Прояснить это очень важно. Хорошо, картошку чищу, но я с вами, Кирилл. Привет, Кирилл, супер. Картошку
Интересно, в каком ты городе картошку чистишь? Забота – это когда избавляют от забот. Угу. Хорошо. Конкретизируйте. Для меня забота, когда меня понимают без слов. Очень круто. Очень круто, но совсем не конкретно. Если я вот, Инетта, буду смотреть на вас, молча говорить, я вас понимаю. Да, Инетта. Я вас прекрасно понимаю. Но вы же сейчас понимаете, что я ни хрена вас не понимаю. Да? Конкретизируйте. Меня не волнуют красивые слова, меня волнует понимание. Как вы понимаете, что человек вас понимает? Что он должен конкретно делать? Вот сейчас, друзья мои, вы занимаетесь, особенно Инетта, вы занимаетесь обобщением. Обобщением непонятным вашему партнеру. А потом, когда человек не может вам оказать ту самую поддержку, которую вы от него ждете, потому что вы ему не объяснили, как это сделать, как это реализовать, вы можете на него обижаться, злиться, там, ну и так далее. Я не говорю, что Инетта, это прям у вас так. Я говорю, что это в принципе вот хороший кейс, когда мы обобщаем, когда мы там... Как о тебе позаботиться? Еще перлы бывают еще круче. Как о тебе позаботиться? Я не знаю, но сделай что-нибудь. Это непонятно. Сделай что-нибудь, хорошо. Давай я тебе, не знаю, спину помассирую. Не подходит, это не то. Пойми меня. Я тебя понимаю. Как мне тебе показать, что я тебя понимаю? Что я должен сделать, чтобы ты поняла, чтобы для тебя точно или ясно, чтобы для тебя точно было ясно, что я соответствую. Здесь важно выбрать свои критерии. И здесь важно для начала изучить себя. Потому что кто-то скажет, мне нужны твои слова поддержки, а потом окажется, интонация не та. Не с той интонацией меня поддержал или поддержала. Так, для того, чтобы мы и обсуждали наши ценности и правила. Супер. Камчатка, привет. Привет с Камчатки. Привет, Эвелина. У нас сегодня с вами, кстати, Эвелина встреча. Я об этом помню. В Екатеринбурге. Отлично. Готовит для меня, наводит порядок дома, интересуется моими делами и настроением. Вот человек с интересным ником. А вот теперь у меня к вам вопрос. Ваш партнер, ваша вторая половинка, знает о всем том, о чем вы написали? Готовит. Наводит порядок дома, интересуется моими делами и настроением. Забота, когда укрывает, когда холодно, делает то, что я прошу, делает за меня то, что является моими обязанностями, когда я не в ресурсе. И к вам, Вероника, вопрос. Ваш партнер, ваш муж, ваш супруг, наверное, знает о том, о чем вы сейчас написали. Вот по-честному, он об этом знает или нет? А если вы ответите на вопрос, да, он об этом знает, как вы ему эту информацию донесли? Если вы ответите, что он знает просто потому, что знает, потому что мы уже давно вместе, я вам даю гарантию, он этого не знает. Если вы ему конкретно об этом не сказали, или ей, то это вопрос. У меня нет половинки. Ну, когда будет, скажете ей. Может, это эгоизм, но чтобы делали то, что я не хочу. Что конкретно? Здесь, на самом деле, игра слов. Вот, Светлана. Чтобы делали то, что я не хочу. Вы хотите, Светлана, чтобы я приехал и закурил у вас в спальне? Вы этого не хотите? Мысли материально. Формулируйте свои мысли правильно. Я могу приехать и закурить вас в спальне. Я думаю, что вы этого не хотите. Но наверняка под этими словами, которые вы сейчас написали, вы имели в виду что-то другое. Друзья, изучайте метамодели языка. Это помогает лучше, правильнее, корректнее изъясняться, чтобы вас лучше понимали и в том числе исполняли ваши просьбы. Метамодель языка можно
полном объеме изучить у нас на курсе NLP практик. Ссылка на него есть в описании, если вам интересно. Мы обговорили. Вероника, умничка, вы обговорили. Забота – это всегда помогать друг другу и идти всегда на компромиссы. А что значит помогать друг другу? Что значит? Разверните. Помощь – это одно. Каждый человек под словом «помощь» подразумевает разное. Идти на компромиссы тоже подразумевает разное. Так, у меня муж-абьюзер высасывает силы, эгоист. Соболезную. Мы ведь о партнере, а не о чужом человеке. Мой партнер знает, например, что я люблю цветы, и мне не надо их просить, мне их дарят. Очень хорошо, что вы смогли донести своему партнеру эту информацию. И ничего я ему доказать не могу. Он считает, что я должна быть наравне с мужиком, менять сама аккумулятор у машины и так далее. Ну, смотрите. Дизайнер реальности. Если вы дизайнер реальности, то вам нужно сдизайнерить, сгенерировать, создать свою реальность такой, чтобы у вас было так, как вы хотите, а не так, как вы подстраиваетесь под те обстоятельства, которые есть. За 30 лет совместной жизни уже все сказано, и без слов понимаешь ценности партнера. Это вы так думаете. Вот если вы позадаете себе эти вопросы, и поделайте те упражнения, я в этом эфире уже вам рассказал о многих упражнениях, которые можно сделать, вы все равно найдете для себя очень много нового. Хорошо, друзья, с заботой разобрались. И последний мощный вопрос, который вы можете задать себе и своей половинке для того, чтобы улучшить взаимоотношения, звучит так. Есть ли у нас слова и фразы, есть ли у нас слова и фразы привычки, которые утратили ценность? Объясню, о чем этот вопрос. Вы сейчас сразу все поймете. Когда мы находимся на начальном этапе отношений, многие слова имеют для нас огромную ценность. Ну, какие эти слова? Например, когда вы в первый раз услышали от своего партнера слова «я тебя люблю» или «я скучаю по тебе». Или «я за тебя переживаю». Помните, какую ценность имели эти слова, когда мы были на начальном этапе отношений? Когда проходит год, два, три взаимоотношений, эти слова у нас замыливаются, становятся привычными фразеологизмами. «Я люблю тебя». Как в порядке вещей сказать. «Я буду тебя ждать», «я скучаю», «я переживаю». Все как в порядке вещей начинает восприниматься. Как бы эти важные слова, они начинают утрачивать ценность по прошествии лет, потому что мы их часто используем. Что мы можем с этим сделать? Во-первых, составить список. Есть такое или нету? Скорее всего, будут такие слова. И дальше задать себе следующий вопрос. Что можно делать, чтобы придать ценность этим словам? Что я могу сделать, чтобы эти слова приобрели прежнюю ценность? Может быть, их заменить на какие-то другие. Будет, конечно, круто, если вы их сможете вместе обсудить, вот эти вещи. Если вы вместе не можете обсудить, то вам нужно будет обсуждать одному или одной. И подумать, как? Может быть, не так часто их говорить. Может, вместо привычного «я тебя люблю» говорить «всего хорошего». А «я тебя люблю» говорить, когда действительно хочется сказать это, а не так для связки слов. Или «буду ждать там тебя с нетерпением». Не говорить это как фразу там, ну, знаете, есть такая фраза там «привет, как дела?». Мы очень часто привыкли ее воспроизводить. И очень часто слова любви, слова вот этой вот заботы, поддержки, они замыливаются. Поэтому задайте себе вопрос, что можно сделать, чтобы придать ценность этим словам? Так. Конечно, не знают, ведь многие хотят, чтобы читали их мысли. А когда начинаешь с человеком разговаривать, уточнять, типа, а что для тебя любовь? Отвечают, что дурак, или увиливают от ответов. А знаете, почему говорят, что дурак, или увиливают от ответов? Потому что сами себе еще не дали ответ на этот вопрос. Поэтому
вы актуализировали. Человек не знает, как ответить на этот вопрос, поэтому он начинает вас обвинять. Ни хорошо, ни плохо. Приезжайте и можете курить. А серьезно, я имела в виду бытовые вещи, уборку и так далее. А еще, чтобы меня оградили от негативной информации. Ну вот, видите, очень важно прояснять, Светлана. Я жалею, что не зашел с начала трансляции. Интересно здесь. Очень круто. У вас будет возможность ее пересмотреть. Есть такое, Вероника говорит. Я думаю, что перестать разбрасываться такими словами, а применять их по делу. Да, совершенно верно. Когда мы... Здесь нужно подумать. Может быть, не так часто их применять, но применять их как бы в нужный момент. И это будет хорошо работать. Это будет хорошо работать. Хорошо, мои хорошие, что я хочу вам сказать. Мы прошли 21 важный вопрос для улучшения взаимоотношений. Все эти вопросы были собраны не просто так, они были собраны из жизненного опыта и опыта работы с семейными парами. Поэтому пользуйтесь. Вот сейчас вы прослушали около 7 лет моего опыта в консультировании. Это те вопросы, которые действительно очень часто помогали укрепить отношения. Даже те отношения, которые бывали на грани развода. Поэтому я вам рекомендую их использовать для того, чтобы получить конспект с этими вопросами. Напишите мне в Инстаграм слово «отношения». Будет хорошо, если вы подпишетесь на Инстаграм. Если вы считаете, что этот эфир был вам полезен, в качестве благодарности поставьте лайк и поделитесь этим эфиром с тем человеком, которому он может оказаться полезным. Будет очень круто, если у нас будет становиться больше зрителей на канале, больше вопросов интересных, больше хороших людей, и пусть добра в этом мире становится больше. Я был очень рад вас видеть. Если у вас есть желание и возможность написать обратную связь по поводу этого эфира, милости прошу, можете это сделать в комментариях прямо сейчас. Спасибо за то, что вы делаете. Спасибо, очень приятно. 1 час и 24 минуты мы в эфире. Достаточно продуктивно поработали. Благодарность от всего сердца за ваш эфир. Очень ценно то, что вы делитесь такой информацией. Благодарю вас, Вероника. Очень приятно видеть от вас эти слова. Хорошо, друзья, на этом мы завершаем трансляцию. Если вы хотите дать обратную связь по эфиру, написать благодарность, после завершения трансляции можете написать ее в комментариях. Возвращайтесь к этой трансляции для того, чтобы пересмотреть, переосознать вопросы и как этими вопросами пользоваться. Ну и где-то через сутки на трансляции появятся тайм-коды, то есть каждый вопрос вы сможете прослушать и переслушать отдельно. На этом у меня сегодня все, был рад всех видеть, увидимся в следующий четверг, либо, возможно, в пятницу. Анонс на этот эфир будет заранее в нашем телеграм-канале, и следующий эфир у нас будет про самооценку. Будем задавать себе вопросы про самооценку, которые помогут найти точки, которые помогут эту самооценку привести в норму, в здоровое состояние. Пока-пока.